Православные муравленковцы собирают гуманитарную помощь для пострадавшего от обстрелов храма в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. Продолжается СВО и прихожане нашего храма, как и многие жители города Муравленко, стараются чем можно помочь и нашим воинам, и людям, которые пострадали на территории, освобожденных нашими войсками в Украине. И для этой цели собрали пожертвования от нашего храма различные в помощь нашему, скажем так, храму-побратиму. Православные иконы, духовная литература, всевозможная церковная утварь для совершения богослужений. Прихожане храма Преображения Господня с готовностью откликнулись на призыв своего настоятеля помочь волновахцам. Совсем скоро собранная с душой и заботой о ближней гуманитарка при содействии администрации города отправится в село Бугас Волновахского района Донецкой Республики.